В Сургуте в третий раз прошла детская научно-практическая конференция. Участники, преимущественно школьники, выступили с докладами на тему «Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство. Прошлое, настоящее, будущее». Организаторами выступила городская администрация совместно с ИКЦ «Старый Сургут». Также дети и подростки сами провели мастер-классы, раскрывающие тему докладов. Лучшие, по мнению жюри, работы рекомендованы к участию в 10-й межрегиональной детско-юношеской конференции «Ремесла и промыслы. Прошлое и настоящее» в Ханты-Мансийске. Тема моего доклада «Войлоковаляние. Традиции и современность». Я рассказываю о истории возникновения валяния, видах валяния, а также провожу мастер-класс по валянию маленьких декоративных валенок из войлока. Существует много легенд о возникновении валяния, но вот одна из них гласит, что первое... Войлочный ковер появился на Ноевом ковчеге, когда шерсть овец падала, намокала, взбивалась копытами, и когда овцы покинули ковчег, получился валяный ковер.